Хочу напомнить о том, что коллектив сложен из двух семей. И вот, например, Виктор Александрович играет на некоторых музыкальных инструментах. Сейчас вы его слышали на бас-гитаре, теперь вы его услышите за цимбалами. Илья, ударные инструменты и цимбалы тоже. Пожалуйста, молодое поколение, ему определенные громкие аплодисменты. Спасибо. Композитор, аранжировщик Марина Дмитренко Домра, ей тоже аплодисменты. Бас-гитара, ударные и просто хорошее настроение. Это Денис. Меня зовут Наталья, и сейчас мы для вас исполним современный украинский джаз. Современный украинский львовский композитор Ярослав Олексів написал это произведение и обработал его немножечко Виктор Александрович для нашего коллектива, потому что написан он для баяна, и вы сейчас послушаете, что могут современные львовские композиторы. Let's run in jazz, Ярослав Олексів.